Вот это да! Отродясь не видал толстых лепреконов. Во время парада я старалась не смотреть по сторонам, чтобы не видеть лица людей. Какие-то парни смеялись, показывали на меня пальцами, издевались над нашим баннером и хохотали от души. Обычно друзья меня утешают, что насмешки летят вовсе не в мой адрес. Но я живу с таким телом уже 10 лет и понимаю, когда меня обсуждают и смеются надо мной.